Напомним, накануне президент России заявил о необходимости россиянам провести целую неделю дома. Он подчеркнул, с 30 марта по 5 апреля продолжать работу в штатном режиме должны только службы жизнеобеспечения, медицинские учреждения, аптеки, транспорт, службы спасения, полиция, а также органы власти всех уровней. Школы же переходят на режим дистанционной работы, а детские сады, колледжи и учреждения дополнительного образования отправили на доп. Каникулы. Официальный документ об этом сейчас готовит Минпросвещение. Краевое министерство образования, в свою очередь, сейчас продумывает, каким образом организовать работу детских садов для тех семей, где родители по приказу президента не могут уйти на выходные. Это врачи, педработники и полицейские. Предполагается, что число групп в садах сократят, принимать в них детей будут по заявлениям родителей. Добавим, в Министерстве образования и науки Алтайского края открыта горячая линия. По всем вопросам звоните по телефону, который сейчас на экране.